Творчество это, конечно, хорошо. Но вы просто посмотрите, что остается после него. Огромное количество уборки. Благо, я уже знаю, как со всем этим справиться очень быстро и легко. Для начала надо полностью очистить ламинат. Алебастер, он же гипс, конечно же, его не испортит, но повозиться все равно придется. И когда остается вот такая вот мелкая пыль, веник может здесь не справиться. И тогда я вспоминаю, что я королева пылесосов. Она же повелитель всех гаджетов. И раз такой удачный случай, расскажу о новом своем подопечном. Вы в курсе о моей любви к Xiaomi? Так вот, у них есть суббренд Derma. Так вот, мне нужен был достаточно мощный пылесос за небольшие деньги. Ну, конечно же, чтобы немного места занимал. Давайте вместе с вами и протестим. Мне очень нравится, что у него мощная сила всасывания. Реально, вот эту вот всю пылюку он убрал за один раз. Ну ладно, пол это одно, меня интересуют больше труднодоступные места. Сколько грошек. В комплекте идут еще 3 насадки, с помощью которых я достала даже тапочек из-под дивана. Чего? А я его искала всю неделю. Чего даже диван почистила? В общем, пылесос мне понравился, ссылку оставлю в комментариях.